Всем привет! И на днях мне пришла посылочка из одного магазинчика в инстаграме под названием блокнот шоп кхв. Короче, вы поняли. Ссылка на этот магазинчик будет в описании, и сейчас я вам покажу, что мне пришло. Это вот такая вот коробочка, красивая коробочка. И сегодня я хочу ее распаковать и показать вам, что в ней. Это очень альтернативное решение для тех, кто хочет сделать какой-то подарок своим друзьям на день рождения или пока на какой-то другой праздник и не знает, что подарить. И если вы не знаете, что подарить, то вы можете подарить вот такую вот коробочку, и это будет очень здорово. Я так понимаю, здесь канцелярия, но это не точно. Я специально не открывала, потому что ждала этого дня, чтобы открыть вместе с вами. Это же здорово, правда? Правда. Ладно, давайте уже скорее открывать. Ну что ж, первый этап. Развязать эту красоту, господи, не хочу это развязать, слишком красиво. С Богом. Походу мне понадобятся ножницы. Там очень много всяких дизайнов для коробочек. Мне вот выслали именно эту. Так, походу нам придется резать. На. Разрезаем эту красоту. Уберите детей от экрана, потому что я режу второй раз. Не придется рвать эту красивую бумагу. Ладно, мы это сделаем. Оу. Коробочка. Я сначала думала, что мне придет просто вот такая вот обычная желто-коричневая коробка, как обычно для обычных посылок. Но нет. Мне все пришло элитно. Это же ведь сюрприз-бокс, понимаете? Надо вытащить как-то. Ясно, да. По-другому, видимо, никак. Никогда не дарите мне красивые подарки, это не... я все равно их пробую. Я уже избавилась от этой бумажки. Давайте ее уберем подальше. Значит, смотрим. Коробка. Сейчас мы будем ее скрывать. Режем. Что-то красное. Я уже успела загадить всю кровать. Там что-то фиолетовое. Что это? Что это такое? Это видео будет длиться долго, потому что я посылку открыть не могу. Есть, я это сделала, ребята, я это сделала. Смотрите, открываем. Что это такое? А, это типа красиво. А, все, поняла, это типа красиво, все нормально. Так, смотрим. Сумочка. Мне подарили сумочку, господи, еще и розовый. Это рюкзак. У меня никогда не было розового рюкзака, вы понимаете? О, господи. У меня все рюкзаки, кроме розового. Они прям как знали, она под цвет моей кофты. О, как можно? Вы посмотрите на это. О май гад. Вы посмотрите, это прям цвет моей кофты. Вы понимаете, да? Все было придумано сразу. Запланировано. Да. Я не знала, на самом деле, что мне придет. Хорошего качества. Голографическая косметичка. Господи. Это же просто такая прелесть. Так, хорошо, продолжаем. В косметичке что у нас лежит? Как это открывается? Это, кажись, ручка. Да, черная. Ничего себе, какая прелесть. Какая прелесть, господи. Все. Я себе недавно как раз хотела заказать на Алиэкспресс косметичку, и все, мне было лень, потому что столько ждать, и пофиг, буду своим старым пеналом ходить, и спасибо, вы вдруг знали. А это что такое? А, это пластик, я так понимаю. А это? Это типа корректор. Очень мило, серьезно. А, это у нас называется, что в моей сумке, ну, что в моей косметичке. Продолжаем. А! Лямочки для этого рюкзака. Все как положено. Длинная. Наушники. Господи. Я у них, кстати, спрашивала, будут ли в этой коробочке наушники, потому что у меня как раз сломались. И наушники, видите, сердечко. Модная кружка, ребята. Ты же вы знаете, насколько модная кружка? Всю жизнь я такую мечтала, но 500 рублей. Пахнет. Малосолеными огурцами. Ладно. Буду летом делать классные фоточки с этой крыльей. Хотя уже лето. Я профуфыкала все классные фоточки уже. Ладно. Где клубника? Это что такое? Открыточка. Пусть сбываются самые сладкие мечты. С любовью ваш. Блокнот шоп КХВ. Господи, какая прелесть. Это у нас блокнотик такой. С оленькой. Что это такое? Скажи мне, пожалуйста, что это такое? Я видела, такие видосы снимали с этими губами силиконовыми, типа надеваешь, и они у тебя больше становятся. Это же оно? Нет? Вроде оно. Ну, вроде как оно не помогает. Мне уже ничего не поможет. Я думала, это карандаши, а это трубочки. Есть трубочки. Господи, смотрите, они под цвет этой баночки. Это все, все стильно, все модно, все стильно, молодежно. Это типа маска, что ли? Маска для лица. Или... А, то есть я была девочкой, я стану свинкой. Нормально придумано, да, есть. Класс. О, это, так понимаю, маска от черных точек. Типа пластырь прилепляется, и у тебя черных точек как не бывало. Посмотрим, проверим.
Beautiful Sian Season Print. Извините, у меня с английским все плохо. Книжка для записочек всяких, круто, реально круто. Буду писать в ней сценарий для своих видосов. О, здесь что я нашла? Бхошка с единорожком. Люблю такие штуки. Серьезно, не прям как знали, что люблю единорожку. Ну что-то еще завалялось. Отлично. Мы все проверили и посмотрели. Ну что ж, а это видео подошло к концу. Напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я сняла видос про то, как делаю всякие смузи в этой красивой баночке. Или что-то типа того, там мороженки всякие классные делаю с клубникой. Когда клубника вырастет. Я жду, когда у нас в огороде вырастет клубника. В магазине покупать ее не буду, слишком дорого для меня. Хочу еще раз поблагодарить этот магазинчик за то, что они мне предоставили такую классную коробочку. И ссылочка будет, конечно же, в описании. Я вам уже об этом говорила и говорю еще раз. Также подписывайтесь на мой инстаграм. Там вся моя жизнь, потому что, ну, это, собственно, инстаграм. Ну, а если тебе понравилось видео, то, как всегда, оцени его большим пальцем вверх и подпишись на мой канал, если ты еще не подписан. А я всех люблю и целую. Пока!